Поехали. Всем привет, дамы и господа, на канале Джейм Тайм. Сегодня я буду показывать свой сетап. Находимся мы сейчас на Мальте. Прошли на мажор, будем тут несколько дней. Потом летим на DreamHack, потом летим в Германию на буткэмп на 2 недели и сам мажор. Многие меня просили то, как это вообще происходит. Я не буду показывать, как я подключаю конкретно девайсы. Но что я вообще всегда с собой имею, это подушечка, без которой я никак не могу сидеть, потому что у меня больная спина и мне надо правильно сидеть. Забыл сказать, оператором сегодняшней видеосъемки является Давид Данилян, также известный как Норберт. Он будет меня снимать, комментировать, если не будет стесняться, конечно. Все верно. Но девайсы, это все понятно. Жека, расскажи всем, что ты поменял мышку после плей-офф. Не после плей-офф, я... После плей-оффа, про лиги. А, после EPL, да, мне принесли дезатор бесплатную. И сказали, на ней Зайву играет, а Зайву взял MVP, уничтожил нас. И я подумал, ну почему бы ее и не поменять, 4000 Гц все-таки. Затестим. Но мне она, если честно, нравится, хотя она быстро разряжается, такое ощущение. Это типа пустой компьютер, я только подключил девайс, вот в такую прикольную штуку, чтобы не надо там лазить нигде. Все, мы залогинились в Steam, соответственно. Тут до нас сидели монты, там, город UK и так далее. Пустой Steam, что я делаю? Я захожу в NVIDIA Insta, потому что обычно герцовка сбивается. На префе я что делаю? Перформанс. Я делал эти настройки 1000 раз уже за свою карьеру. В целом там есть какие-то прошаренные, крутые, ну тут уже 240 стоит, в целом норм. GPU, фуллскрин, ну то есть обычно стоит дисплей без галочки, вот так. Стоит фуллскрин, GP, это чтобы альта была как бы быстрее вроде как, и фуллскрин, потому что у меня разрешение такое. Ну у меня стоит вот здесь вот 50%, потому что Саня Симпл сказал, чтобы глаза не убивались, так сделать. Бугами? Или не, в Digital Vibrance. А, ну, в принципе, из-за этого я и убил свое время. Да, типа такого. В целом, это все. Потом дальше мы заходим в маус. Mouse Options. Тут я ставлю на серединку себе. И галочку убираю. Она обычно здесь галочка. Это типа input lag, либо акселерация, не знаю. Врубаем. Ладно, Джек, ты сейчас будешь смеяться, но я с галочкой играю. Почему? Не знаю. Ксантара с галочкой тоже играет, может, ну, поэтому? Ну, наверное, поэтому. Ты всегда реально играешь? Да. Тебе нравится так? Да. Осознанный выбор, ну ладно. Это мы не осуждаем, твой конкретный выбор. У нас свобода слова. Потом, я не рофлю, но я всегда захожу в ВК Джейм. Всегда. Пишу КФГ. Вот так беру настройки, скачиваю в КФГ свое. А пока это все скачивается, вот сюда параметры запуска вставляю. FPS Max, это все дерьмо, которое тут написано, не фанюсь вообще ни за что. Local Files, это для прошаренных, так игра открывается, чтобы ее не искать. CSGO, КФГ, и сюда мы закидываем просто КФГ, который я взял. В целом, под этим видосом я, наверное, оставлю свой новый конфиг, он, конечно, супер крутой, в очередной раз обновленный, со всеми лучшими вещами, которые я подсмотрел у других игроков, потому что они на турнирах, а в общей доступности все эти КФГ. Наверное, это все. Я запускаю КС. Ну, пока монитор можно настроить. Что типа я делаю вообще в мониторе? Сажусь после типов, и прям иногда люди играют без диака. Ну, тут он на премиуме стоит, но вообще часто бывает после игроков каких-то, ну, люди вообще не настраивают. Black Equalizer. Ну, обычно 10. Color Vibrate. Там, ну, 14, конечно, можно 16 поставить, чтобы было поярче, но пофиг. Гамма у меня всегда 3. Color, температуру. Я делаю вот так, но я видел, один чел настраивал очень четко. Мне прям понравилось, он прям, у него другие настройки были. Но я... Кто? Я не знаю, кто сидел передо мной в центре, можно там, наверное, вычислить. Вот это brightness где-то 80. Ну, вообще, мне кажется, у меня не очень хорошие настройки, я их типа так. Sharpness 6, где-то 7. Ама премиум. Потому что у того чела было премиум, обычно у меня было off. Но это вот я в прямом эфире меняю. Здесь... Exact Jammed этот КФГ. У некоторых типов есть видеонастройки, чтобы тут это тоже не делать. Они заранее это прописывают все. Типа автоэкзек? Да, ну и автоэкзек, и то, что они прям прокидывают КФГ видеонастройки, видеонастройки тоже сохранены, и на это время не тратить. Но в целом, что тут, тени всегда высокие, Model Texture Low, это эффект Detail, типа я не знаю на самом деле, я не разбираюсь, кто может подсказать, как молики видеть. Либо в NVIDIA некоторые настраивают. Некоторые в NVIDIA настраивают, а в молики там вот в пыль от хаешек, это надо, чтобы эффекты и шейдеры они стояли на максималках. Ну, типа, чтобы эффект, в пыли шейдер. В этот получше видеть. Ну, это еще если комп позволяет, конечно. Ну да. Так, потом. Map. Давайте, D Mirage.
все мы любим эту карту. Что еще? Что еще у меня есть? Во-первых, когда я сижу, можешь отъехать, снять. И встать. Да и ты можешь встать. Короче, когда я играю, что я делаю? Я всегда ставлю на максимум кресло. И тут у нас есть регулировка, но тут цифр нет. Но вообще у меня где-то 78 стоит. Или 78, да. Чтоб по высоте это все было. КФГ не самый обновленный. О, Сенса. Сенс 1, а у меня, значит, тут на новой мышке 0.25 и все, моя Сенса. 0.25? Ну да. У меня 3200 DPI сейчас. Все бинды проверяем. В случае, если там какой-то бинт сбивается, то заходим, пацаны, знаете куда? И я тоже не рофлю. YouTube. Джеймбинт. CSGO. Это был джеймбинт. Вот этот видос. Джейм о самых нужных биндах. И вот тут описание, show more. Я смотрю какие-то бинды, которые, ну, там, например, jump throw. И так далее. Но новый КФГ у меня все есть. А если, Жека, у нас на лане интернета нету? А если на лане интернета нет, то прошу... То я захожу в КФГ к какому-нибудь электронику, либо рапсу, и у них беру все их бинды и все. Вот, все. Что я могу еще рассказать? Не знаю. Там как мышки, проводы, это все, конечно, все индивидуально. В целом, ничего суперсекретного нет. Наверное, там у всяких молодых типов там всякие галочки в КС на производительность, еще там энергосбережение. Но нормальным мужикам это все не надо. Вот, типа, все, вся база, вся основа, она тут КФГ. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, что видосы будут выходить все чаще и чаще. Поддержим меня и поддержим мою команду. Вперед! Мы все. Ну, видос получился не самым крутым и большим, поэтому мы доснимем Давида, как он настраивает. Он тоже вот подключился. Да, но у меня немножечко другие настройки. Так. Digital Vibrance 100. Это, в принципе, все, что я в NVIDIA настраиваю. Ну, тут все по дефолту стоит, 240 Гц и так далее. В принципе, хватит. Дальше. NVIDIA все. Монитор настройки. Вот тут интересно. Если сравнивать джека, я ставлю все на стандарт. Потом Black Equalizer 17, Color Vibrance 17. Это все по дефолту, гамма 3. Тут я не меняю ничего. Диак премиум, брайтнес 100, контраст 70. Этот человек явно профессионал. Да, профессионал, поэтому я играю в очках. И вот. Ты, ну, кстати, я ближе, чем ты сижу, мне кажется. Да, сидишь ближе. Так, как там, mouse settings? Вот эту галочку, которую Жека ставит, убираю. И не туда зашел. Это здесь она? Да, и вот эту fast, ты, у тебя так стоит по дефолту? Она там 12 отделений, она стоит на 7, а я на 6 ставлю. Вот это вот. Вот это? Да. Это, типа, вот, по идее, она у меня дома так стоит. Ну вот, поэтому ты и сенсу не своей играешь, бывает, наверное. О, вот так вот. Вот это я чувствую свою мышку. Так, теперь, а где мой конфиг найти? Ну, на твоем сайте, как у Кристиана Роналдо, norver.com. Не, у меня у ВК, по идее. ВК Норберт. Все макрогении с ВК это все делают. Но вообще на турниры мы обычно отправляем заранее, и там есть специальная папочка с КФГ нашими, самыми обновленными, и там сетапы, потому что на ланах крутых там нет. Русского языка нету, да? А что тебе? А я не помню, куда этот. А ё-моё. По идее. Я знаю, куда я скидывал, это останов на почту кидал. Ну ты пока ищи, а я пока тут осмотрюсь. Мы зашли тут в какое-то новое место, на самом деле одно из лучших мест, где я когда-либо был. Ну, для Counter-Strike, для игры. Тут стадион, Мальта. Тут до этого Монте тренировались. Вора, Фессер. И так далее. Пацаны пошли чуть потрапезничать. Все вот как-то подключились и ушли. Сижу здесь, в уголку, потому что меня все чморят и гнобят. Можешь выйти в офис там посмотреть, показать. Ну это какой-то офис. А вон и Женек. А вон и Петя. Закрой дверь, чтобы они не обходились. В какую сторону? В эту? Это они идут. А это Лёха. Ну все, Жек, я скачал конфиг. Можешь подходить. Так, Давид. КФГ скачано. Да.
Где-то оно здесь на рабочем столе. А, вон оно сверху. Короче, вот эту тему мне сказали вот эту тему убирать. Вот эту галочку. Steam Verify. Да, наверное, да. CSGO, КФГ, закидываю. Тут закидка. И уведомления все убираю. Да, 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 я тоже забыл. Уведомления и еще там на F-ку нажимать. Ну, чтобы у меня Shift Up просто на F5. Да. Такая же тема. Инги. Ну да, тут. Вот так вот. Не знаю, видно. Но тут это не самое важное, короче. Это уведомление, это все. Я думал. Все, Женек, скажешь. Мы настраиваемся. Как тебе это место? Хорошее место. Вайбовое, уютное большое помещение. Когда выигрывать будете уже? Скоро. Опа, у тебя интруха была. Это как? Да. Просто на гид не написал? Да, я... А у меня на шведском. Нормально, погнали. Шведский. Для fans from Swedish. Или это датский. Все? Самое главное проверить. А, неправильно. Сенса 1. Новая сенса Давида. Хок-хок. Это высокий. Ну, как у меня, грубо говоря. Ну, наверное, 8 МС. О, МС у него отличие. Ну и в целом там стандарт. Да. По идее, да. Все. Самое главное смысл было проверить. Но у меня что-то расплытое оно почему-то. Сенса или монитор? Не-не-не, монитор размытый какой-то. Так а кто за этим моником сидел до тебя? Фессор. Фессор? Ну вот спроси у него в Инстаграме, что он с ним делал. Ну прям. Пиши, Давид. Прям размытый, неприятно. Пиши. Короче. Проверять мы, наверное, не будем, но в целом, как-то так это выглядит, Женек, как тебе мой рабочий стол? Профессиональный? Да. Свечка у меня, ой. Свечка у меня поставила профессиональная. Темная картинка, какая-то. Это чтобы глаза не резал. А ты знаешь, сколько у него DPI? О, чтобы вот этого не было, вот этого дерьма, это, конечно, надо вырубать. Женек, знаешь, сколько DPI уже? 3200. А, конечно, знает. О, ладно. Ладно, Лех, на, сними меня, я попрощаюсь с пацанами. Стоя или лежа? Ну, как, насколько сильно как ты уважаешь своих фанатов? Как у тебя выключить? F2. Или стоя хочешь? Быстрее. Нормально. Или F3. Ребята, не забывайте подписываться на наши соцсети. Спасибо F3. Всем за просмотр. Пока. Все. Все идеально.